Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня мы с вами посмотрим, попробуем игру Witness. Это, я так понимаю, головоломка. Была бесплатная раздача в Epic Games, за что им большое спасибо. Игру, как обычно, я начинаю, проходя ее в слепом прохождении. Перед нами такой канал. Непонятно, кто мы, что мы. Но, судя по тени, мы какой-то человек. Да, мы человек, который оказался в этом туннеле, и отсюда надо выйти. Итак. Ага. Вот, нас учит. Как младенца нас учит пользоваться перемещением. Никуда-то мы не идем. Так. Ага, еще одна дверка. Странно, что нету музыки в этой игре. Мы уже изучили, как открывать такие двери. Ура! Нас выпустили из подземелья. Итак. О чем игра? Скажу вам сразу, не знаю. Я видела, что, в принципе, она уже давно существует на игровом пространстве, и люди давненько уже в нее играют. И, в принципе, игрушка довольно симпатичная. Тут очень яркие цвета, вырви глаз. У нас, конечно, еще с вами не закончен Талос. Путь к Гену, и мы его непременно закончим. О, елки с палками. Тут у нас головоломки, головоломки и еще раз головоломки. Так вот, я не знаю, буду ли я проходить эту игру. Я просто ее включила, чтобы посмотреть, что это такое прежде всего. Насколько нам это нужно и насколько мне это интересно, да? Так, это все очень похоже на... Алло. Нет, здесь у нас нету никаких взаимодействий. Очевидно, надо все делать последовательно. И, конечно, на картинках игра это выглядела посимпатичнее, чем сейчас. Все такое довольно-таки плоское, несмотря на объемные тени. И, судя по тени, мы какой-то мальчик, наверное. А может, и девочка. А третьего лица, я так понимаю, здесь нету видов. Развалины, цветы и даже какие-то стульчики тут стоят. Так, ладно. Нас прежде всего выпустили, и вот эту вот дверь нам надо открыть. Или, короче, что-то разгадать. Вот она, первая головоломка, которая вовсе и не головоломка. Нам надо пройти сюда. Ловкость рук и никакого мошенничества. Ага. Итак, ток подключен. Соответственно, теперь здесь. И куда нам надо? Так, что ли? А, туда. Ах, туда. Ну, тогда ладно. Странно. Казалось бы, в эту сторону. Ну да ладно. Поскольку там у нас есть подсказочка куда, то и... Так, и здесь тоже. Давайте посмотрим, где наша конечная точка. Это понятно. Ах, вот туда. Так-с. Ой. Ну. Ведь... Что мы здесь подключили? Мы какой-то электрик. Явно. Хотя мы просто хотим наружу. Ага, здесь, смотрите, здесь надо, чтобы все три открылись заглушки. Соответственно, я так понимаю, кстати, мы бегать-то можем. Как-то
А, можем, надо же. Ой, куда-то туда. О, не, обратно в подвал я не хочу. А куда шел проводочек? А проводочек шел сюда. Ох, как вытерли диванчик-то. Долго на нем сидели. Хотя нет, это тени. Кто на нем сидел, непонятно. Так, ага, ну вот. Очевидно. Так, давай. И куда? А, сразу в две точки. Я увидела путь. Как-то я его так сразу и не рассмотрела. Так, это мы запустили только одну штучку. А нам надо еще вторую штучку запустить. Так, если мы от нее, то каким образом? А никаким. Не знаю, может быть, потом она как-то проявит себя больше. Давайте посмотрим, что у нас там получилось. Нет, нет, нет. Так, но есть еще один шнур. Куда он ведет? Он ведет куда-то сюда. А, ну здесь, по крайней мере, один шнур. Так, а какой исходный пункт мы выберем? Нам конечный явно там наверху, да? Так, 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 так. Нет, это тот эке, а в эту сторону тем более. Очень странно. Ладно, давайте попробуем. Надо наверх, да? Так. Предположим. Так. Ага. Хитро, хитро, хитро. Хитро. Так, открылась еще одна замочная скважина, да? А в этом кабеле нам надо сделать все-таки две дорожки. Итак, как же мне здесь-то быть? Потому что я не вижу. А, вот оно что. По новой. Так, хорошо. Вниз как мы можем пройти? Ага. Жалко, что я выключила. Вот такие, конечно, головоломки, я честно вам скажу, особенно поздно вечером или рано утром, это не для моего мозга. Так, ага, вот оно. Вот так вот. Теперь нам надо вот так вот. Так. И сюда. Ура! Нас выпустят из этой локации, я надеюсь. А, подожди. Должно сразу гореть. Да, там какой-то кабель еще наверх идет. Мы явно что-то не то включили. Подожди. Хотя вот, наверное, в чем дело. Сейчас мы откроем. Так думаю, что мы откроем эту дверку, да? А потом подключим тот верхний кабель. Так, ну здесь как бы уже и должно быть просто, да? Ой. Трам-пам-пам. Вот. Побежали, подключим верхнюю штучку. Очень интересно, куда же это все ведет. Что-то там у нас открылось.
что еще неизвестно. Главное, чтобы не закрылось то, что было, ой, открыто до этого. Да, табличка закрылась, но мы уже можем выйти. А с другой стороны, смотрите, мы отходим довольно далеко от этого замка, а провод-то вел куда-то сюда. Вел куда-то сюда, поэтому я так смотрю, что здесь можно довольно свободно ходить. Это интересно. Так, ага, и сверху посмотреть везде, где мы были. Провод был здесь, и куда-то за стену он шел сюда. Не так ли? Вот он. Ага, вот открылась нам калиточка. Красота. Нас выпустили на свободу. Зачем нам это здесь? Чтобы упасть со скалы и разбиться. Но нет, должен быть какой-то смысл в этом. Или просто, чтобы обойти вокруг этого замка. Ух ты. А возможно, чтобы просто полюбоваться вот этими красотами. Нет, нет, вот еще какая-то дверка. Тайная дверка. И куда? Мне так кажется, что надо собрать все точки. Я могу ошибаться, но мне кажется, что именно так обстоят дела с этим делом. Нет. Нет. С другого захода. Как бы мы ни заходили. Вот как должен выглядеть конечный пункт. Так, тогда начальный пункт должен идти именно вот таким образом. Нет. Так. Вот так. Вот. Вот, вот, вот. Та-дам! Бонусная дверка открылась. Это что такое? Это у нас что такое? Это у нас подсказка. А зачем это? Это что это такое вообще? Подсказка, что ли? О, тут какой-то чип. Я его могу взять. Нет. Да, могу. Of all the communities available to us, there's not one I would want to devote myself to, except for the Society of True Searchers, which has very few living members at any time. Albert Einstein, 1924. Hmm. Это какая-то запись, друзья. К сожалению, нет у нас... Так, Штойрунг, управление. И это то, чем я еще и не занималась. Ауфлёзунг. Так, Шрифтфельд, Унтертитель. Ага, давайте сделаем, чтобы были у нас титры. Так, Фаденкройц. Вот давайте, пускай у нас будет курсор. Так, окей. И управление. К сожалению, я не вижу, чтобы здесь был язык. Ну ладно, если у нас будет
хотя бы подстрочник английский, то и то неплохо, собственно говоря. Мы что-то узнали. Так, еще одна головоломочка. Да, я вижу, что это здесь. Так, надо, наверное, пометуя. Так. С этим уже как-то проще, когда понял принцип открывания этих дверей. Ну и что, мы опять сюда в замок вошли, откуда убежали? Смотрите-ка, это просто был такой обход. Вот она, та самая тропинка, из которой мы вышли. Да. Это был такой обход. Очевидно, чтобы найти вот эту самую запись. Давайте посмотрим несколько локаций, сколько, насколько это возможно. Там какие-то мониторы. И здесь, конечно. О, какая красота! Какая красота! Там целый замок. Там на горе какое-то устройство. Здесь очередной бункер. Ага, вот у нас такой квадратик появился. Что за бункер? Мне так кажется, что нам сюда еще рано. Трам-пам-пам-пам-пам. Да, естественно, нам сюда еще рано. Мне так кажется. Мы пока еще не знаем, что это такое. Я там видела вдалеке какие-то экранчики, мониторчики. И что это? Что у нас тут что-то? Надо, чтобы оно захватило всех. Как это нет? Чтобы оно светлую соединило с ними. Вот так тогда. Да что ж такое-то? Что вы от меня хотите? Так. Странно, ну ладно. Так, это мы соединим. Это мы соединим. Так, что ли? Да. Ага. Так, не-не-не-не-не, так не пойдет. Так, что ли? А, ничего подобного, так тоже не пойдет. О, к сожалению, я не понимаю, в принципе, не понимаю принцип, хотя здесь у нас получилось, как мне казалось, чтобы просто светлое соединялось с темными. Так, вот здесь вот такой же принцип, да, по соседству. Ну, давайте сделаем вот так же, например, да? Нет, почему-то вот это тогда не засчитывается. Самое неприятное то, что никогда ничего не объясняют. Очень странно. Ладно.
Да нет, мне к тебе. О, тут тем более ничего не понятно. В общем, надо обвести как можно больше квадратиков. Мне кажется, тогда нам будет счастье. Нет. Принцип, я не уловила. Или, надо разграничить белое с черным, так что ли? А как же я вас так разграничу-то? Подожди, вот, предположим, я вот эту область обведу. А потом выберу тебя вот так, что ли? Белый останется белым, а черное черным. Да, вот. Главное понять принцип. Угу. Так, ну раз, если я правильно этот принцип поняла, то у нас проблемы. Ага. Так. Тогда так. И как много там этих экранов? А, последний. Так, окей. Нас учит принципом. Подожди. Нет, вообще не так. Ни разу не так. Очевидно. Ага, очевидно, вот этот тут не зря. Вот эти-то не зря, их тоже можно включать. Да. Вот. Да, тогда получается, мы все разделили. И где праздничный пирог? Где сливки? Где волшебник в голубом вертолете? Или нас просто поучили немножко. Ага, смотрите, тут у нас тоже есть что-то тайное и спрятанное. Да? Тут у нас тоже есть мониторчики. Захватить... А, ну это мы уже видели. Надо захватить все кнопочки. Нарисованные пунктики. И... Так... Нет. Это ж ёлки с палками, если я на таких простых путаюсь, то что будет потом? Надо явно эту. И делать это вот так вот. Тут еще есть выбор какой штуки. Кажется, что это... Да.
Так вот. И все. И опять же никаких эскимо, потому что... Не-не-не-не-не. Это обучение. Я пытаюсь прыгнуть, но на пробел тут не прыгается. Тут вообще не прыгается, тут только ходится, ходится быстро. И нажимаются кнопки. Так, понятно, ладно, вот тут нам показали, как, что, куда. В принципе, я так понимаю, что можно пойти куда хочешь, но, наверное, в разумных пределах. Где-то все равно есть какие-то ограничения. Так, ну и поскольку нас, в принципе, научили разделять белое и черное и соединять кнопочки, давайте посмотрим, что у нас тут с этим бункером. Я так думаю, что мы в него тоже можем зайти. Так. Ага. Итак, нам надо отделить черное от белого. Кстати, а как это делать? Тут. Здесь мы можем повести сюда. Только сюда мы и можем повести. Надо тогда понять, как здесь нам разделять. Предположим, так. Белое внутри. Белое внутри, черное снаружи. Может так? Да, друзья, да. Нам открыли комнатенку. О. Нас учили. Нас учили не зря. Что это за ящик? Что за ящик? Ящик. Нигде не нажимается. Она даже никак не берется. Может быть, это какие-то подсказочки? Очень странная. Кошка. Кстати, мы, наверное, можем забежать туда наверх. Ой. И посмотреть, что это за кошка такое. Судя по всему, где-то здесь оно должно выходить. Где вот этот бункер? Здесь, да? Значит, оно должно где-то здесь быть. Ага, вот оно. Ай, мы можем посмотреть на эту карту сверху. Так. И что я еще видела? И мне вот интересно тут еще посмотреть. Ведь, смотрите, тут тоже можно ходить. Ведь это, наверное, тоже все не зря. Чем-то мне эта игра действительно напоминает принцип Талоса. Там тоже такие неоднозначные есть проходы, выходы. Ага, вот видите, вон там лежит. Наверху там лежит запись. Я не знаю, насколько наш герой ходок. Насколько он туда пройдет по этим воротам. Давайте пробежим по этому пока в другую сторону. Посмотрим, что у нас тут. Ой, нет, подожди, я забыла, что ты не прыгаешь. Вот что у нас тут еще есть. Я не знаю, зачем это. Что это может быть? Этот шарик можно взять? Нет. Взять нельзя. Ага, вот она, запись.
Запись у нас тут есть, друзья. Through many births, I have wandered on and on, searching for, but never finding, the builder of this house. Короче, она... Автор говорит, что искала-искала того, кто построил этот дом, но так и не нашла. Почему-то женский голос, может быть, мы играем за женского персонажа, как знать. Я отсюда могу? Да, могу. I am standing on the threshold about to enter a room. It is a complicated business. In the first place, I must shove against an atmosphere pressing with a force of 14 pounds on every square inch of my body. I must make sure of landing on a plank, traveling at 20 miles a second around the sun. A fraction of a second too early or too late, the plank would be miles away. I must do this whilst hanging from a round planet head outward into space and with a wind of ether blowing at no one knows how many miles a second through every interstice of my body. The plank has no solidity of substance. To step on it is like stepping on a swarm of flies. Shall I not slip through? No. If I make the venture, one of the flies hits me and gives me a boost up again. I fall again and am knocked upwards by another fly, and so on. I may hope that the net result will be that I remain about steady, but if, unfortunately, I should slip through the floor or be boosted too violently up to the ceiling, the occurrence would be not a violation of the laws of nature, but a rare coincidence. These are some of the minor difficulties. I ought really to look at the problem four-dimensionally as concerning the intersection of my world line with that of the plank. Then again, it is necessary to determine in which direction the entropy of the world is increasing in order to make sure that my passage over the threshold is an entrance, not an exit. Verily, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a scientific man to pass through a door. And whether the door be barn door or church door, it might be wiser that he should consent to be an ordinary man and walk in, rather than wait till all the difficulties involved in a really scientific ingress are resolved. Arthur Eddington, 1927. Ну что ж, я так понимаю, что это какие-то записи ученых или мыслителей или еще кого-то. Я, в принципе, как говорится, в полглаза читала, что написано по-немецки, не стала вам переводить, друзья. Ну, а что сказано по-английски, я не знаю. Может быть, при записи видео я и переведу, а может быть и нет. Все очень ярко, все очень красиво. И единственное, чего я не пойму, это почему же эта игра столько стоит, друзья. На самом деле, если ее покупать, она стоит, по-моему... Могу ошибаться, но где-то на наши деньги 30 евро. И, честно говоря, я не вижу, что здесь такого, чтобы она столько стоила. О, у нас там есть домик. Ух ты. О, какие тут ветра задувают. Ну и, в принципе, что можно пускать? Можно пускать эту игру, наверное, на стрим. Я думаю, что она потянет, потому что графика здесь, прямо скажем, простая. Так, вот мне интересно, куда ведет этот шнур. Давайте... Подожди, только не упади. Интересно, что будет, если мы упадем? А, мы просто не можем это сделать. О, лепота. Нас туда просто не пускают. Да, красиво. Слишком яркие цвета, как по мне. Ну, такая вот мультяшный такой графончик. Особенно эти розовые деревья. Ух, вырви глаз. Что это за черная стелла? О-о-о. Высокое напряжение. Эбонит.
Тут, очевидно, на этой стеклянной табличке должно что-то появиться. Мы должны ее подключить, и тогда можно будет что-то там увидеть. Даже шум волн услышать. Может быть, интересно жить в таком месте или отдыхать, скажем так. Потому что чем здесь заниматься, живя здесь, я не знаю. Давайте попробуем зайти в лодочный домик. А, синхронное движение. Ага, тут не только кнопочки нажимать, друзья. Тут есть какие-то у нас с вами вазончики. Что с ними делать, непонятно. И вообще, нужно ли с ними что-то делать. Ну, пока что, по крайней мере, все выглядит довольно безопасно. Что у нас тут? Это стиральная машина. Там должно подключиться, здесь подключиться. Это должно подключиться. Откуда? Отсюда. А, ну это мы вроде как... А, нет, этот провод вот он как раз и ведет наружу. То есть мы должны что-то сделать с этой стиральной машиной. Хорошо, мы должны ее запустить. Здесь куча песка. И даже сделан песочный замок. Работает синхронно, да? Поэтому... так... Окей. Довольно необычно. Так. А-а-а! Подожди. Так. Ну, в принципе, можно на две полоски не смотреть. Если одна ведется правильно, значит и вторая тоже ведется правильно. Только что они, как сказать... в зеркальном, что ли, отражении. Давай не видеть мелочей. Так. Вот так вот. Каких-то мы бабочек и человечков рисуем. О! А вот тут нам говорят, подумай, какую ты выберешь. Явно это вот эти. Нет, это не явно, конечно, но... Давайте попробуем. Удобно. Ну вот как-то... Как-то так. Ух ты ж. Включились. Вот это уже мои проблемы. Садятся батарейки. Так, и что у нас тут? Ага. Вот и стеклышко. Ах, вот оно что. Теперь еще и так. Ну, совсем съезд мозгов. Ага. Не-не-не-не-не. А, вот так вот. Эй. Как это сейчас модно говорить, да? Игра развития. Для развития умственных способностей вашего ребенка, если он у вас есть. А если нет, то развивайте свои собственные умственные способности. Это вам тоже не помешает. Мозг должен работать. А также моторика левого и правого полушария. Так, но тем не менее мы включили стиральную машину. Хотя я так понимаю, что это
вовсе не стиральная, а тут мешают, так, пескодробилка или что-то в этом роде. Сюда явно что-то загружают. Хотя нет, это вовсе барабан не крутится. Я не знаю, что это. Это какое-то нам неизвестное строение. Меня вот немножко пугает вот это красное, крайнее, вернее, стекло. Так, давай. О, даже так издалека, хорошо. И куда же нам надо? Сюда мы не можем. Сюда мы не можем. Мы можем только... А, и сюда мы не можем. Сюда мы не можем. Так, это все у нас неверный путь. Тогда... Так. Тоже не можем. А как же ж? Как же ж быть-то? Тогда это тоже неверный путь. Тогда вот так. Только докуда? Здесь упирается. Так, значит, тебя надо обойти просто-напросто. А, ёлки. Да что ж такое-то? Здесь тоже никак, и здесь никак. А если свернуть на одну раньше? Вот. Вот. Ура! Да, казалось бы, такой простой рисунок. Ух, а здесь еще и все искривленное, а там вообще стекло потекло. У них не удалась плавка. Это будет долгая история. Так, ну здесь вроде как бы, вот мне кажется, как-то сюда надо. А, причем, смотрите, такой же рисунок получился. Очень интересно. Здесь тоже такой же рисунок. А, ну, кстати, да. Но только что нам уже тут все искривлено. Ну, когда уже есть проложенный путь, не страшно. И мы открыли, мы все открыли. Что мы тут открыли? Ага. У нас открылся. Что тут? Ага, она не подключена. Она опять не подключена, хоть и открыта эта дверка. Мне интересно, неужели какой-то корабль придет? Может, мы вызовем какой-то корабль? О, как интересно. Давайте попробуем. Капель, куда он идет? Где он проходит? Очевидно, это тот самый кабель, который мы с вами видели. Может быть, придет какой-то корабль. Смотрите, вон туда пошло. Туда мы подключились. Сюда пошла энергия. И открыла нам эту дверку. Очень странная башня. Ну как открыла? Она нам ее запитала. Ну, мы уже с вами опытные взломщики. Тю. Так, вот идет, смотрите, этот вот трос оттуда, от лодочного дома. То не так все это быстро и просто. Опс. Главное не убиться. Хотя я так понимаю, что это тут невозможно. Как хорош мир, в котором невозможно убиться. Так, и тут, очевидно... Ага, параллельные штуки. Так. Так. Нет.
Нет. Очевидно, вот так. Вот так. А, причем, я так понимаю, один должен собрать черное, другой должен собрать синие, если я правильно понимаю, точечки. Если я правильно понимаю. Так, ну, предположим. Или... Я что-то путаю. Нет. Очевидно. Просто мне кажется, что они разноцветные. Так. Не. А, так вообще не в эту сторону. Стоп. Верните меня обратно. Вот в эту сторону. Вот так вот. Ага, что-то мы подключили, что-то мы подключили. И вот это вот что-то мы подключили, конечно. Там внизу еще что-то. Очень хочется поскорее добраться до лодки. Так, что у нас тут? Ага. Синий должен собрать желтый. А желтый должен собрать синий. Так что ли? И как это вообще в принципе сделать? Наверное, так. О! Тогда... Тогда просто нажмите в другую сторону. Все все понятно. О! Так, желтенький, как... Как ты достанешь эту свою синенькую штучку? Вот так вот. Дальтоником просьба не беспокоиться. Так, здесь, наверное, нужен все-таки вот такой ход конем. Так, синий. Желтый подхватили. Так. И вот так вот. То есть мы начинаем всегда с синего. Так, да. Ой. Но это же не обязательно. А, тоже надо? Чё, что сразу не сказали? Нет, так не пойдет, так не пойдет. Так не пойдет. Вот так пойдет. Синий. Так кажется, что он должен быть тут. Не важно же. А, нет, тогда сюда не зайдет желтый. Значит, сюда. Ха. А этот мы не прихватили.
Нет. Это синяя прихватилась. Так, ладно, будем думать, что там уже. То есть вот эта точка должна быть, я имею в виду верхняя, последняя перед тем, как сюда перейти. Так, то есть, соответственно, там нам надо попасть наверх, и это, я так понимаю, вот этот вот должен быть поворотец, вот этот последний, так? Она, соответственно, здесь. То есть это мы можем. Эдак мы себя запутаем. Так. А, вот таким вот каким-то образом. Ага. Хорошо, тогда изначально мы должны сделать вот здесь такой финт ушами. Нет, как только что было. Вот как это было. Так, так и так. О, какие у нас красивые провода. Так, подождите, я вижу, что тут у нас, хотя нет, все правильно, тут у нас подключено, и тут у нас тоже все правильно подключено. Только как туда попасть теперь? Еще тот вопрос. О, нам надо наверх, очевидно. Но для начала надо еще и эту головоломочку разгадать. Все то же самое. Синий, желтый. Идти, может быть, как-то так. Так, а здесь надо забрать сразу две точки синих перед выходом. Ну, это, в принципе, теоретически можно сделать. Ага, а тебе надо забрать... О! А так нельзя. Ёлки с палками. Нет. Так, очевидно. И вот так. О. Там явно кто-то шуршит травой. Кто бы это ни был. Подождите, я прямо сейчас... А-а-а! Вот, слушайте, у нас есть еще одна запись тут лежит. Мы можем ее взять? Да нет. Возможно, что это наш парень. Formerly. You appeared to me, O Lord, as invisible. Когда-то ты появился предо мной, о Бог, Дендубисе. Потому что ты один... О, друзья, я это потом озвучу. Is incomprehensible by every means of comprehending. Later, you appeared to me as visible by all. For a thing exists only as you see it, and it would not actually exist unless it saw you. For your vision confers being, since your vision is your essence. Thus, my God, you are equally invisible and visible.
As you are invisible. As the creature is, which exists only insofar as the creature sees you, you are visible. You, therefore, my invisible god, are seen by all, and in all sight you are seen by everyone who sees. You who are invisible, who are both absolute from everything visible and infinitely super exalted, are seen in every visible thing and in every act of vision. Therefore, I must leap across this wall of invisible vision to where you are to be found. But this wall is both everything and nothing. For you, who confront as if you were both all things and nothing at all, dwell inside that high wall which no natural ability can scale by its own power. Nicholas of Cusa, 1453. Ну, вот я только хотела сказать, что это какая-то частичка какого-то философского трактата о том, что видимо и невидимо. Типа, я существую, значит, я живу. Или что-то в этом роде. Вот, поэтому я даже не знаю, буду ли я переводить это все дело. Так, стоп, нет, тут не так, вот так. Здесь вот так. О, стоп, почему не появилось? Или появилось, но я ее не вижу. О! А почему? Секундочку. Это очень странно. Хорошо, ну давайте заберем и желтую. Почему-то меня сюда уже не пускают. Очень странно. Ну, это-то мы решили. Либо я просто... Как-то желтая полосочка-то у нас, заметьте, немножко поблекла. Слушайте, или это надо было как можно больше собрать желтых клеточек, чтобы заработать себе на... желтую полосочку. Может так быть, как вы думаете? То есть особо и не насобираешь. Так, иди подойди, а... Так, что-то как-то, друзья, я, по-моему, сломала игру. Да нет, тут особо-то и вариантов особых нету. Здесь синий. И больше никак. Ну, можно сделать еще такую петлю. Это будет все то же самое. А здесь только синий. Очень странно. Хотя у меня такое впечатление, что здесь идет желтый. Но почему-то он нам... А, не засчитывается. То есть мы его как бы не видим, что ли? Хорошо, давайте, если мы возьмем...
что мы должны мысленно прокладывать путь для желтого и вывести мы его должны сюда, вот таким образом. Так. Если я правильно понимаю. Хорошо, тогда это будет так, так. Так, так. Так, так. А для нас-то это будет никак. Или мы должны просто синим это захватить? Нет. Загадки, загадки, и никаких ответов на них нету. А, стоп, друзья мои. Мне кажется, я знаю, в чем дело. Мне кажется, я знаю, в чем дело. Кажется, так. Нет. Дох, да? То есть желтая у нас невидимая получилась. Желтая невидимая линия идет у нас теперь. О, как это неудобно. Так, нет, ну это явно уже не сюда. Да, я так и поняла, что мы не прихватим ее. Так, тогда надо представить, как идет эта линия. Она должна идти так, так. То есть на три в сторону и на одну вниз. Так, хорошо. Тогда мы должны идти на три в сторону и на одну вниз, как минимум, чтобы получить то, что нам надо. О. И тогда так. Да. Вот тебе и трактат о видимом и невидимом. А здесь вообще только... только невидимой линии мы должны оперировать. Поэтому давайте сначала посмотрим, как должна пройти линия видимая. Вот таким образом. Раз, два, три, на четыре. В бок. Вниз одну, два. И дальше по ступеньке. Так, если... Раз, два, три, четыре. Бок, вниз, одну, два, здесь. И здесь по ступенькам. Вот таким образом. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Разбивайте ваше воображение пространственное. Хотя это не пространственное, а... Я не знаю, как его назвать. Ну, в общем, воображение. Так, что у нас тут? Ну, эти двери у нас как бы несложные. И вся эта заморочка-то была для чего? Для того, чтобы подключить наш лодочный домик. Да, везет какой-то проводок, и мне так кажется, что... О, майн гоуд. О, майн гоуд. Тут у нас какой-то... Главный пульт управления. Куда ведет он, я не знаю. В общем, мы забрались на какую-то гору. И у нас уже есть тут какие-то отправные точки. Что нам надо сделать здесь? Всего-то напросто прихватить желтеньким все, что у нас тут есть. Ну, ладно. Скажем так, это было... Несложно. А здесь у нас что? Просто привести синий? О! А что тебе не нравится?
Что-то ему не нравится. Ладно, возможно, оно появится, может быть, потом. Давайте делать то, что нам пока что понятно. Так. Вот как оно будет. Для IQ золотой рыбки. А что у нас тут? Как у нас тут-то может быть? Ага, выбирай на вкус. Говорит нам штучка. Да очень странно, как я смогу все-то прихватить. Наверное, как-то вот так. Ну? Ага, нет, ничего подобного. Нам надо подключить и ту сторону тоже. Которую я совершенно не понимаю, что с ней делать. Друзья, и тут меня осенило. Ведь, в принципе, смотрите, это то же самое, что и это. Неужели действительно надо просто повторить этот рисунок? Ну-ка, давайте посмотрим. Мы шли так. Потом как-то... Вот так, что ли? Нет. Так. Две наверх, потом резко вниз, потом все по кругу, а потом зигзаг. Так. Наверх. Так, обошли. Потом все по кругу. А потом зигзаг. Вот так мы это сделали. Да, 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 точно. Надо повторить тот рисунок, который ты нарисовал. Вот оно что. Так, здесь пошли наверх. Большой квадрат, маленький квадрат и зигзаг. Так, пошли наверх. Большой квадрат, маленький квадрат, зигзаг. Так, что ли? Да, 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 да. Ужасно интересно. Так, а здесь мы сделали... Замейку. Откуда? Из центра. Из какого центра? Из противоположного. Так. Сделали замейку. И вот так. И? А, что не так? Ой, а почему выключилось-то? О. То есть... Почему выключилось? Давайте включим по новой. Ага, вот как. Еще раз вниз, потом наверх, вниз и сюда. Так, друзья, шутка в том. Сейчас внимательно посматриваю туда-сюда, что эта картинка вдобавок еще и зеркально перевернута. Вот этот вот выход у нее. Не здесь внизу находится, а... Вернее, вверху, а здесь внизу. Поэтому, наверное, все с точностью наоборот надо делать.
Да. Так, ну здесь-то мы не ошибемся. Сейчас оттуда выйдет пулемет. С ума сойти. Что-то там крутится. О май год. О май год. Ах. Вот оно куда. Он нам дал луч на ту самую макушку, которая у нас еще очень-очень далеко. Да, вот это номер, вот это номер. Ну что ж, я так понимаю, что в принципе это все великолепно, но нам надо с вами заканчивать. Итак, друзья, ну, что я вам скажу. Как бы, может быть, хватает для первого взгляда. Единственное, что я так сильно подозреваю, что мы действительно можем покинуть этот остров. А я думаю, что это остров, поскольку кругом, насколько я понимаю, море. Наверное, когда мы все головоломки разгадаем, тогда вот сюда, скорее всего, подойдет электричество. Я так думаю, я могу ошибаться, как говорится. Ну вот, и, возможно, сюда приедет, ах, белый пароход, и мы куда-нибудь с вами уберемся с этого острова, а пока что мы с вами просто-напросто Робинзона в этом мире. Ну что ж, это был Witness. Это был первый взгляд. Проходить его на запись я 100% не буду. Может быть, я буду его поигрывать для себя. И, может быть, если вы хотите, если вы очень хотите, то я его могу запустить на стрим. Но думаю, что тоже никому особо не интересно, как мы ковыряем замочки и еще что-нибудь. Ну, а если вдруг кому-то интересно, то пишите комментарии. И посмотрим, что мы с этим можем сделать. Огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел, друзья. Всего вам хорошего. Еще раз, это Witness. Замечательная игра для того, чтобы расшевелить ваше серое вещество. Всего вам хорошего. Thank you.